Итак, мы продолжаем проходить игру LEGO Star Wars: The Complete Saga. И после небольшого гигантского перерыва мы все-таки продолжим проходить эту супер замечательную игру. Да, сегодня мы узнаем в этом последнем, в последней этой главе номер 6 Дарт Вейдер, узнаем, пришел ли Энакин Скайуокер на темную сторону или остался на нашей. Ну что ж, эпизод 3, глава 6, Дарт Вейдер. Начинаем. Эпизод 3. Сейчас все будет. Так, все. Нажимаем Enter. Планета Мустафар. Планета, на которой всегда лава. Так, Падме хочет перевести, ну, назад. На темную, на хорошую светлую сторону Энакина, но он ей отказывает. И Оби-Ван и Энакин Скайуокер дерутся. Так. И мы зашли в какое-то лавовое помещение, неизвестно какое. Так, в общем, монетки, монетки, монетки. Здесь, кстати, мы можем управлять и за Энакина, и за самого Оби-Вана. Блин! Умер. Вот, даже за Энакина можем. Ну, они враги, но пока что они заодно, потому что... Так есть. Потом обваливается тут, в общем-то, потолок скоро нафиг рухнет, поэтому нужно вот эти балки. Блин. Так. Офигенно. И тут дофига, просто дофигища монеток. Короче, не хочу за этого подонка играть. Потом узнаете почему. Так, надеюсь, у нас же еще время хватит, да? Да, должно хватить. Минута. Так. Где тут еще мини-набор? Тут вроде бы только три, да? А нет, четыре даже. Четыре мини-набора в одном помещении. Крутяк. Так, все, думаю, надо уже уходить, потому что сейчас реально, не дай бог, все обвалится нафиг. Так, все, хватит. Идем. Так, кстати, после того, как я пройду LEGO Star Wars: The Complete Saga, я буду проходить игру Rock Legacy. Кто не знает, что это за игра, посмотрите, игра Rock Legacy. Да, крутая игра. Так, в общем, они продолжают, в общем-то, идти, и Энакин предает. Идет эпичная битва. Просто эпик. Вообще зашкаливает. Так, он ему задницу мечом. Так, идем. Так, стой. Ай, тихо, 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 тихо. Монеты, монеты, монеты. Ну, давай становись. Блин, это все из-за меня, я понял. Давай становись, тормоз. Да тормоз, становись. Так, 6 мини-наборов. Эту фигню надо. Истинный джедай, вот это да. Крутяк, вообще. Супер-то. Так. Давай помогай мне, давай быстрее. Мне потом тебя еще убивать надо. Так. Так. Короче, прыгаю заранее. Уа-ху! Снова они дерутся. Сдолбали уже. Давайте, убивайте друг друга. Вау, вообще. Прыгайте, скупнитесь. Так. Шарик. Блин, я вообще паркур мастер прям. Да ну ё-моё, я боюсь просто умереть, понимаете? Сжимая. Так. Так. Так, все, мне пофиг, я пойду за мини-набором. Офигеть. Так, стоп, а мне сохраняется? Блин, нет. Нифигашеньки мне не сохраняется.
Монеты. Офигеть, а она уже... Так. Не, ну я бы это прошел бы с первой попытки, если бы не монетки, мини-наборы и так далее. Так что... Блин, еще из-за лавы нифига не видно. Теперь на самой... Вау! Yes! Все, пока, Энакин. Блин, он не сдох. Ну что ж, решается судьба всего человечества. Кстати, если мы будем драться за Энакина, а это, кстати, возможно, то у нас будет другая концовка. Так, вот смотрите, я могу драться Энакином против Оби-Вана. И у нас, кстати, 10 жизней, у него тоже 10. Так, ладно, давайте я буду драться за предателя, в общем-то. Так. Вот посмотрим, какая сейчас концовка будет. Вы, наверное, проходили за Оби-Вана, но я пройду за Энакина. Да уж, ну поскольку мы сражаемся, это, наверное, он реально, да, перешел на темную сторону, потому что он бы не сражался бы с ним. Пфф, вообще огонь. Короче, мне пофиг, я буду побеждать по старой доброй тактике. Вообще, да. Так, 2 жизни, 1 жизнь. И вот так вот добиваем. Как вы видите, другая концовка. Он был без меча. Они дрались и... Капец. Эх, бедный Энакин. Плащ сжёгся, он сам сжёгся. Уровень завершён. Свободная игра открыта. +1 золотой кубок. Эпизод 3 завершен. Суперистория открыта. О, да, да мы прям с вами бати. 60, 70, 80, 100, yes. Истинный джедай, короче. 8, целых 8 этих мини-наборов. Что там еще? Монеты дофига. 8 мини-наборов. 1, даже 2 золотых блока из 160, да. Так, и окончаем историю, наконец-то! 3 эпизода. Фу, да, долго меня, кстати, не было. Очень долго. Ладно, смотрим ролик. Короче, Падма рожает, типа, 2 малышей. Это Лея и Люк. И она умирает. Нафига ей крестики пририсовали, блин? Ха. А этот Палпатин хач. Брови какие. Так, что же он ему будет делать? Что же он ему будет делать? А я вас просвечу. Больше он никакой не Энакин Скайуокер. Он целый Дарт Вейдер. Дун-дун-дун-дун-дун. Эх, ну все. Теперь этот безобидный мальчик. Гонщик, блин. Дарт Вейдер целый. Ну что ж, на этом игра заканчивается. Не, имею в виду игра, если играть в LEGO Star Wars Video Game, то на этом игра заканчивается. А в LEGO Star Wars The Complete Saga есть еще целых 3 эпизода. Короче, нас накормили плюс еще 3 эпизодами, так что не думайте то, что на этом все. Нет, на этом не все. Кстати, нам открыт знак вопроса. Давайте посмотрим, что же здесь будет. Супер история, бонус персонажей и мини-кит бонус. Не идите вы нафиг, я не хочу эту фигню проходить. Это полная фигня. Полная. Фу. Боги. Так, следующий эпизод у нас, будет это 4-й, потом 5-й, потом 6-й. Ух ты, знак вопроса. Так. Это, кстати, посмотреть ролик. Тут, если вы посмотрите трейлер Индиана Джонса, то тогда вам дадут купить персонажа Индиана Джонс. Скажу вам секрет. Да. Так, кстати, мы тут уже что-то должны... Ох ты, сколько мы тут всего уже можем сложить-то. Давайте послажим, думаю, да? Так, первое. Офигеть, уже первое могу, второе, третье, четвертое. Гонка. А, гонка оригинал. Давайте потом поиграем на гонке оригинал. Я сделаю отдельное видео, где я играю гонка оригинал. Это не будет прохождение.
Это что? Так, монету будем собирать. Это что? Это полет Энакина. Да, это я тоже знаю. Это этой миссии даже у нас не было. Дальше это золотые ворота куда? Это кавалерия. Оригинал. Так, стоп, кавалерия. Это что? Кавалерия. А, вроде бы вспомнил, вроде бы. А нет, то оборона Кашика, кавалерия, что-то. А, все, вспомнил. Новая надежда. Так, это новая надежда. Да, новая надежда. Так, пятый, вроде бы шестой мне недоступен уже. Сколько тут монет? Лего Горд. А, Лего Горд, это прикольная штука. Смешная, да. Так, ну и шестой нам недоступен уже. Жалко. Кстати, теперь, если мы соберем все вот эти блоки золотые, то мы кое-что сможем собрать. Так, сейчас. Я вам покажу. Кстати, три часа уже играем в эту игру. Прошли на 19%. Так, и мы сможем собрать из золотых блоков вот такую вот офигенную машинку. Да уж, ее не видно здесь вообще, потому что здесь нужно 60 целых блоков. 160 даже. Да. И эта машина будет делать вам монеты. Да, настоящая монета. Она будет вам производить монеты. Но, блин, легче уже накопить за все это время, чем, блин, потратить свои нервы и собрать все 160 блоков золотых. Так, ребят, ну, думаю, на этом уже стоит закончить. Я прошел уже третий эпизод. Да, третий эпизод, что-то там. Месть Сита. Месть Ситха, то есть. И новую надежду я буду проходить в следующем эпизоде. Всем спасибо, всем удачи, подписывайтесь, ставьте лайки. Секретные планы будет наш первая глава. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Пока.